Приветствую вас, уважаемые друзья и зрители канала Александр Все о Хобби. Хочу представить вашему вниманию набор ножей Berghof. Набор довольно бюджетный. Приобрел я его в онлайн-гипермаркете 21 век еще с очень хорошей скидкой. В принципе, ножи мне понравились по картинке. Я думаю, цена небольшая. Приобрету, попробую. Попользовался данным набором уже около 7 дней. И что хочу сказать. В принципе, для бюджетных ножей они неплохи. Упакованы в такую вот коробочку. Два набора Сантоку. Один нож для резки мяса. Торговый знак Бельгия. Но произведено в Китае. Вот я и думал, что произведено в Китае, значит, может быть очень дешево и будет не очень. Сталь заявлена X30x13. Попользовался ими уже 7 дней. И вы знаете, мне понравилось, как они режут. Свои функции выполняют довольно неплохо. Удобно держать в руке. Ну, в принципе, мне удобно. Кому-то может быть неудобно. Мне удобно было держать их в руке. Удобно было нарезать. Конечно же, вставлю их тест, как я тестировал на продуктах, какие продукты нарезал. Вы все это можете увидеть в видео. Не знаю, сколько продержат они заводскую заточку, но за 7 дней с ними ничего не произошло, и они даже не затупились. Ножи очень острые. Резал я ими и мороженое мясо, и фрукты, и овощи, и колбасы. В принципе, совсем они справились на отлично. Поэтому я и решил снять видео и порекомендовать данный набор и вам. Набор бюджетный, но довольно красиво смотрится. А кому интересно, продолжайте смотреть и посмотрите, как я ими нарезал продукты и тестировал на каких их продуктах. Ножи понравились, довольно неплохо режут. Кому интересно, обзорчик смотрите на канале. Куски мяса режем довольно крупно. Мясо у меня еще замороженное, и вот как видите, данный нож очень хорошо справляется с задачей и режет мороженое мясо. Кусочки где-то примерно вот таких вот размеров я делаю. Вот. Без проблем его разрезает. Мясо еще заморожено. Thank you.
считаем кольцами. Огурчики нарезаем меленько. На этом, друзья, видео буду заканчивать. Надеюсь, как ножи справляются со своей работой, вы увидели. Если кого заинтересовал данный набор, ссылочку оставлю в описании под видео. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале. До новых встреч!